Сегодня последний день моего путешествия. Я еду домой, но начинаю день в Кордове. У меня буквально полчаса. И потом я сяду на поезд, доеду до Мадрида. В Мадриде пересяду на поезд до Жироны, там, где я живу. И последние полчаса в Кордове я решила посвятить прямому эфиру. Я делаю прямые эфиры в Инстаграме, иногда ВКонтакте. Если вам интересно посмотреть этот вид видео, скажем так, этот вид видеопродукции, то можете зайти на мой аккаунт в Инстаграме, тут вот написано внизу, и, пожалуйста, наслаждайтесь прямыми видами, прямыми эфирами. Вот, а пока переключаю вас на Кордову, поскольку еще раннее утро, ну, раннее для Кордова, сейчас 8:30 утра, но это запад Испании, темнеет поздно, поэтому свет такой очень еще сумрачно. И Кордова, южный город, как Андалусия, во всей Андалусии, а это андалусийский город, все типичное бело-желтое здание. Вот это, кстати, университет, факультет философии, филологии. И Кордова город очень известный. Прежде всего, здесь находится уникальное в мире здание мечети. Вообще не просто мечети, а мечеть здесь совмещает, скажем так, кафедральный собор и мечеть. Вот как раз сейчас я выхожу на улицу, откуда уже видна сейчас это колокольня в 8 веке, точнее, в 10-м это был минарет. Так вот, сейчас Кордова очень туристический город. С утра уже идут туристы. Кордова славится, кроме мечети, кроме огромного королевского дворца Алькасар, славится двориками, типично андалузский патио, украшенный цветами. Вот мы видим, как сейчас поливает мужчина эти цветы. Типичный такой, как отпаливать, да, эти вот горшочки таким с палочкой, с баночкой. И вечером здесь миллион народу, все это открыто, магазины, бары, фламенко. Но с утра, конечно, народ еще спит, все, можно видеть местных жителей. Ну, давайте я пойду сюда. Сейчас я снимаю. У нас сегодня 10 октября. Вчера здесь было 30. Сейчас с утра примерно 20 с чем-то. Пока еще люди одели кофточки. И Кордова стоит на реке, которая когда-то была большой, Гвадалквивир. Когда римляне основали колонию на этой реке, так и назвали ее Кордова, город на реке. Потом этот город принадлежал Вестготам, но в 8 веке, когда мусульмане из Северной Африки завоевали Испанию, также, конечно, был завоеван этот город. Да? В 8 веке начинает строить огромную мечеть. Как мы сейчас видим, как первая группа туристов заходит в мечеть. Но сейчас это уже не мечеть, это кафедральный собор. То есть почему мечеть стала собором, почему бывший минарет стал колокольней? Потому что в 13 веке Кордова была отвоевана христианами, и, конечно же, все мечети стали церквями. А в 16 веке по приказу императора Карла прямо в центре здания был построен зал орган, хоры, христианский алтарь. Но для мусульман она так и остается мечетью. Вот я сейчас пользуюсь тем, что пока что еще это церковь, а с 10 вход платный. И вхожу в знаменитый дворик апельсина. Посмотрите же, какая очередь. Я здесь вела туры в течение многих лет. Я же езжу с турами по всей Испании.
очень подробно рассказываю про эти дворики. Вот лет 10 назад эти дворики были, этот дворик был пустым. В это время я ходила одна со своей группой потихонечку, чтобы показать, удивительную вещь, как будто в мечети звучит христианский орган. И много чего интересного. И вот, допустим, этот фонтанчик, где омывались раньше мусульмане, сейчас принадлежит христианам. Но сейчас в этом месте я, пожалуй, закончу именно Кордове, потому что сейчас я начну прямой эфир для Инстаграма. Он останется в записи, будет там висеть от 10 октября. И если вам интересно, тогда переключайтесь и увидите все то, чего я не успела показать вот в этом коротеньком фрагменте. Жду вас в Инстаграме. Вот так я покидаю Кордову на такси, еду на станцию, немножко трясется все, но мы едем по булыжникам. И сейчас проедем мимо крепостной стены, еще римской. Вот здесь вот, которая окружает старую Кордову. Вдоль нее тоже апельсиновые деревья. Вон там сидит памятник, это Сенека, который родился здесь, в Кордове. Ну, едем дальше. Вот это уже совсем другая Кордова, современная, малоинтересная, но удобная. Вот здесь, в общем-то, живет большинство местных жителей, а вовсе не там, где я вам показывала. Это вокзал. Пойдем в вокзал и отсюда поезд меня увезет дальше. Вот это вокзал в Кордове. Ну, нормальный для Кордовы, удобный, все есть. Все магазинчики, все ресторанчики, все туалеты. Время у нас без 20:10. Мой поезд 10 часов. И менее 2 часов я буду в столице Испании, Мадрид. Вокзал в Мадриде, ну так, одна из его отделений. Это отсюда выходят поезда скоростные. Отсюда я еду уже в Жирону к себе домой. Очень простой переход, очень много информации. Как всегда, кафешки, туалеты. Ну, в общем, удобно путешествовать. Единственное, что я не успею показать, конечно, очень жаль. Я увеличу. Вот это вот, видите, листики. В Мадриде здесь очень такой маленький парк с черепашками. Прямо в здании вокзала. Ну, ничего, в следующий раз я вам покажу. Все, едем в Жирону. Я уже дома, в Жироне. Путешествие окончено. Жду следующего. До новых встреч!